Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня мы делаем снова обзор «Русские руны», «Сварога» или «Белкины руны» их еще называют. Их три ряда, они очень необычные по своей форме, чем-то похожи на узор на платье женщин, да, или мужчин стандартный. Вот. Графика заключается, я не буду расшифровывать подобное, я только кратко дам информацию, да, чтобы вы поняли. Так, приступим. Первый ряд, вот это, да, тут два ряда. Первый ряд, это все порчи и хаос. Второй ряд, руны, деньги, богатство, притянуть. И третий ряд, последний, это мороки и иллюзии.